А часики-то тикают. Чем раньше родить, тем лучше. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал порочной практику, когда женщины откладывают материнство, чтобы строить карьеру. По его мнению, сейчас нужно активно пропагандировать деторождение. Так в каком возрасте рожать и почему, и что важнее для женщины? Стать матерью или строить карьеру? Узнаем у саровчан. Я думаю, материнство, хотя и карьера, это тоже замечательно. Я думаю, и то, и другое. Нет, ну что лучше? В определенных соотношениях. 40% реализовать, а 60% все-таки нужно. А реально ли совмещать-то и карьеру, и материнство? Ну, на текущий момент, я считаю, реально. Потому что столько техники у женщин, помощников, няню, в конце концов, можно не все, пригласить. Не у всех реально, конечно, но реально. По большей части. Я считаю, что для женщины и то главное. Ну, конечно, материнство, но, ну, как бы очень важно. Конечно, карьера. Как вы будете детей поднимать? Вот важный вопрос. Вы первый, кстати, кто ответил. Да. Только сами себе поможете. И как вы считаете, есть какое-то ограничение, когда рожать и почему? А сейчас нет уже, мне кажется, нет таких ограничений. Медицина вперед шагнула. Можно как бы в любом, главное, желание. И чем потом поднимать детей? Лучше стараться объединить и то, и другое. Я знаю много таких примеров. Успешно. Есть какое-то ограничение, когда нужно рожать и почему? Не считаю, что есть ограничения. Ограничений нет. Каждая женщина решает сам. Сама выбирает, да, во сколько. Я считаю, что лучше не затягивать, потому что когда, ну, организм молодой, у тебя еще много сил, и опять же больше времени, ну, больше сил, чтобы проводить с ребенком, а когда уже, ну, возраст, и сил меньше. Зачем женщине что-то говорить? Она сама все решит. А мужчина только поможет. Как природой дано, чем раньше, тем лучше. А карьера? Ну, вот карьера. Что тут скажешь? Каждый выбирает сам, или карьеру, или детей, или семью. Я считаю, нужно до 25. Почему? Потому что проще, то есть ты можешь отдать ребенку больше физической силы, я имею в виду, потому что чем позже рожаешь, тем сложнее физически воспитывать.